Мы находимся в детском ночном клубе. Здесь самая начинается самая отвязная вечеринка в 16:00. По всем экранам крутят мультики. Паша, покажи. Тесак, это твоя вечеринка. Ты должен здесь править балом. Стоять на входе и не пускать сюда таких, как я, 30-летних, 32-летних, не более. Костя, всего один вопрос. Бухло будет? Я так думаю, если ты будешь платить, будет тебе все, что угодно. Даже, наверное, больше. Оно есть здесь? Ну, наверняка. Не, ну, по крайней мере, детское шампанское точно есть. Максим, что за великолепная дама с тобой? Это моя девушка Ксюша, она очень красивая и сегодня очень классно сделала прическу, такую необычную. Да? Да? Да. Она очень классная. Спасибо. Ксюша, ты приготовила подарок для Кости? Пока нет, но еще приготовлю. Мы приготовили подарок, но пока держится в секрете, потому что еще не время его дарить. Когда наступит этот злостный час? В понедельник. Почему? День рождения же сегодня. Потому что день тяжелый, нужно как-то его разбавлять хорошими делами и подарками. Хорошо. Тогда, пока мы не за столом, тогда я Костю поздравлю. Костя, поздравляю тебя истинным сибирским подарком. С днем рождения. Пожатием. Подержи. Шур, микрофон Шур. Классный, кстати. Я думал, микрофон мне подарили. Это сибирская береста с 4-летней выдержки. Росла в леслах Красноярского края. Открывай аккуратно. Вот, кедровый орех. Я знаю, орехи. Я знаю, что здесь на Западе их вообще нет. Так как-то ты сам, так как из Сибири, ты должен его любить. Тебе шлют родственники кедровые орехи. Нет. Да ты сам как кедр. Только что. Люди из Красноярска мне привозят орешки. Спасибо вам большое. Доволен? Конечно. Так, ребята, время 16:16. Ничья. Но это по-питерскому. 16 минут 5. 16 минут 17. Сейчас выезжаем из ночного клуба, из детского. Едем, не знаю, какой. Я уже боюсь, опять, наверное, в детский будет, где блогер фест, какой-то баркод. Сейчас опять в метро, я уже заебался на нем ездить, блядь.